Это годный лайфхак! Что делать, если ты подавился едой, а рядом никого нет? Если хочешь сказать спасибо, твоя подписка – лучший способ. Попытайся активно покашлять. Можешь согнуться пополам, чтобы усилить кашель. Стучать по спине нельзя, это может только ухудшить состояние. Навалитесь на спинку стула. Ставь кулак выше пупка на 2 сантиметра и делай резкие надавливания.